Дорогие друзья, всем добрый вечер. Мы находимся с вами в Кунцево Плаза. Вообще незапланированное видео. Приехал просто купить продуктов в Ашан. А тут к 1 сентября такой завоз. У меня слов нету. Посмотрите, какого качества мельтонии. У меня штатива нет, поэтому извиняюсь за тряску рук сразу. Вы посмотрите, какая красота. Я тут уже слюной схожу. Я вот только подошел, я это увидел. Я хочу уже себе что-нибудь купить. Вот 1 сентября, видите? Завоз по цене 2200, 3000, 1800 и 1600. Вот, смотрите, какой беглип красивый. Какой-то леопардовый. Так, давайте потихонечку будем идти вот сюда. Я бегала, потому что у меня времени нету, поэтому не обессудьте. Буду показывать, что увижу. Интересно. Посмотрите, какая интересная. Ну, мельтоний тут прям много. 1600 мельтоний. Тамара вот это, по-моему, сорт называется. Каким-то женским именем. Красиво. Так, тут стрессанула, сбросила цветы. Тем более орхидеум сейчас скоро уже. Вот, посмотрите, какая красота. Очень интересный сорт. Он неоновый такой. Вот еще, смотрите. Ой, какой солнышко прям. Рыже-желтое солнышко. И, кстати, качество хорошее, нормальное. Но ценник задран из-за 1 сентября. Вы представляете, сколько уценки будет вообще? Не представляю. Вот красота. О, Рауль, привет. Рауль, очень давно не было этого сорта. Посмотрите, какое качество прекрасное. Уф. Вот это да, дорогие друзья. Вот это очень красиво. Рауль просто сногсшибательный. Нет, я люблю этот сорт, мне он очень нравится. Смотрите, какая звездочка. Ну, вся сбросила, конечно, цветки, но бывает. Ну, 2500. 2500. Посмотрите. Мальвина. Вот такая. Губа у нее очень интересненькая. Это мальвина. Так, а это кто у нас? Ой, как похож на пенив. Он такой маленький, так похож на пенив. Слушайте, что-то интересное. С корнями, ну, не очень, мало достаточно. А вот цвет... Очень красивый. Он такой переливающийся. Думаю, что видно, да? Вот так. Вот он. Очень красивый сорт. Ну вот Рауль меня очень порадовал. Я Рауля давно не видел. Кстати, посмотрите, какая желтая бананка. Интересный сортик. Это не бананка, это просто какой-то просто красивый сорт. Вот, не более того. Посмотрите, сколько... Здесь камбрий. И анцидиумные группы, между прочим. Вот. Ой, Наташа Бокова себе только такую купила. Я у нее в обзоре видел. Наташа, если смотришь, привет передаю. Вот эту купила. 2300, кстати. Ну, как-то бедно по бульбам, честно признаться. Тут вообще он даже не цветущая. 2300. Ой, вот это, кстати, красиво. Ух ты, ё-моё, вот это да. Тут три растения сидит в одном. Вот это красота. Вот, посмотрите тоже. У Лены Грин только вот поставка была. Вот качество я не знаю, а вот растения очень похожи. 2500, кстати говоря. 2500. Ну вот они, камбрии все интересные. Очень даже, кстати говоря. Очень даже. Тут вот такой ярко-желтый анцидиум. Ну, качество не очень, честно. За 2300 как-то прям фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, а это... Ой, посмотрите, это же ароматик. Это же ароматная красотка. Так она еще и с деткой. Вы гляньте, вон детка. А вон и детка. Еще и цветонос. Вот это у меня была. Она ароматная. Подсказывайте, кто это. Вот она.
1600 стоит. У меня такая была, но ее уже нету со мной. Очень хороший сорт, друзья. Ну, прям вообще красавица. Восковой цветок, насыщенный желтый цвет с зеленцой. А вы посмотрите, какой еще беглит. Я даже его не заметил, между прочим. А, тут бактериалка пошла. И корни прям плохие. Прям их нету. Но зато посмотрите, какая красота. Очень красивый беглип. Я его видел в закупках у кого-то. У него все цветки вверх смотрят. Вот приходится его сверху снимать, видите? Такой прям жемчужинка. Очень красивый сорт, слушайте. Ну что это за завод такой волшебный? Не, ну ценник, конечно, это просто что-то с чем-то, но сорта, качество растений просто кайфовое. У меня других слов нету. Ну прям отличное. Ой, как похож на Magic Art, но это не он, конечно, ну просто красавец. Я такие люблю. Давно, правда, я такие не покупал себе вообще. Смотрите, какие брассии прекрасные. Ой, зеленый фаленопсис такой. Так, здесь у нас малютки такие стоят. Вот, видите, малютки по 2300. Вот такие малюточки. 2300. Это ж Violet Queen, вы смотрите. Violet Queen одна. Violet Queen 2300. Стоит. Это точно Violet Queen. Но 2300. Какая интересная. У нее такой цвет вообще. Сорт Pink Flamingo. Сорт Pink Flamingo. Кстати говоря, по-моему, Violet Queen там тоже должна быть подписана тогда. А ну-ка. Нет, кстати, не подписано. Но я думаю, будет подписано. Но это 100% Violet Queen. Это я ее узнаю из тысячи. Вот, а вот здесь уже начинаются интересности. Смотрите. Скидка 1500. Это вот на это, наверное, то, что отцвело. Ну, кстати говоря, вот, смотрите, отцвела-то отцвела. Вот она, красавица. Вот такая. И у нее вон еще один цветонос растет. И вот они, это 1500. Между прочим, вот это недорого. Вот, орхидейный микс 1500. Вот. Дендрофаленопсис еще здесь есть. Вот еще камбрия такая. И вот это вот очень мне нравится. Ярко-желтая. Вот посмотрите, какие бульбочки прям аккуратненькие. Прям бульбочки. Вот. Прям одна к одной. Можешь взять себе. Ну хотя, зачем? Я говорю, сейчас орхидиум будет, а я сейчас набираю опять. Ну, нет. Слушайте, не надо, наверное, мне. Ничего мне не надо. Хорош. Ну, красиво, бесспорно, как бы, это очень красиво. Я даже не спорю с этим, но мне это не надо пока что. Посмотрите, какие пауки красавчики. 2800. Вот, посмотрите, бульбы аж распираются. Смотрите, какие бульбы, прям луковички. Вот. Я сразу извиняюсь, что я без штатива, поэтому все трясется, все грохочет, как говорится. 2800. 2800 за такую брассию паук. Ну, не знаю. Честно, я бы не отдал, наверное. Я бы, наверное, не отдал. Но ценник 1 сентября, короче. Да, к сожалению. А вы посмотрите вот на это-то. Ух ты, ё-моё. Слов нет. Посмотрите, какой монстр огромный. Ворох цветов. Аромат слабый, карамельный какой-то. Вот такая вот. Ворох целых цветков. Очень красиво. Но опять же, за 3000 дороговато, правда. Так, а вот это вот у нас все-таки пронумеровано. Здесь сорта подписан. Сорт. Вот сорт. Как-то он тут написан. Читайте, не знаю, не могу прочитать. Я уже опаздываю, друзья. Я уже опаздываю. Но все равно решил вам здесь что-то показать хотя бы. Тут еще много-много всяких цветов. Но вот смотрим, еще есть орхидеи. Тут на дуге. На дуге 2300, кстати. Там да, дороже обычные. 1500, вы посмотрите, какая. У меня вот такая есть уже. Вот. Блин, можешь взять себе. Ну, красавица. Ну, не знаю. Ну, 1500, друзья.
Смотрите, какой он сытен. Танцующие девочки. Ну, не пахнет, кстати говоря. Аромата у него нету. Чтобы посмотреть, какой мой огромный куст. Может, с кем-то поделиться. Может, взять и поделить такой кусок большой. Не, ну цветение вот. Я как бы одной рукой держу. Очень красиво. Ну, просто кустище вот огромный. Тут камбрия. У нее очень маленькие бульбочки, но она уже отцветает. Вот, то есть видно, да? Вот она уже. Она в отцвете. Цвет у нее должен быть более насыщенный. По идее. Но у нее вон еще цветоносы, еще цветоносы. И у этой, вот видите, бутоны только раскрываются. Видимо, стрессанула, поэтому сбрасывает. Мне кажется, что это просто стресс. Поэтому она говорит, ну вот эта цена отличная. Если бы там было по 1500, тут бы все бы уже смели. Ну, правда. Вот смотрите, какая красота. Вот смотрите, какой беглипчик небольшой, но очень красивый. О! Ну-ка пишем в комментарии, кто узнал. Кто узнал этого красавца? Но вы знаете, какая цена? 3000. Офигеть. Да. Он, конечно, красивый, но не знаю. Мне вот он в душу не западает все время. У меня его в коллекции нет, и мне он как-то, ну... Хотя все его очень любят. Пишем в комментарии, что за орхидея быстро. Кто знает? Вот этот биглип мне, кстати, нравится. Ну, не за 3000, друзья. Я, конечно, все понимаю, но вот такой ценник я не понимаю искренне. Это ужасно. Я вот все на эту рыжую красавицу смотрю, и я прям вот думаю по поводу нее. Сейчас я похожу по Ашану, я подумаю, может, возьму. Или же все-таки я возьму вот эту, которая ярко-ярко-желтая. Вот эту. Ну, тоже 1500, в принципе. Ой, кстати, а смотрите, какая тут еще стоит орхидейка-то. Это тоже миниатюра такая. Она чем-то, кстати, пахнет. А сорт прописан. Сорт Колтон. Колтон, вот он. Интересно. И цветки, опять же, воск. Восковые цветы. Интересненько. Вот стоило бы брассия паук, вот такая, вот эта. Стоила она бы по этому ценнику, который здесь, но она стоит не такого ценника. Потому что вот эти горшки, вот эти, вот, у них вот этот ценник. Это уже просто люди перепутали. Вот. Тут вот они. Вот эти вот они стоят вот 1500 рублей, да. Но я сейчас подумаю, короче, дорогие друзья, не знаю. Вот, ладненько, давайте буду заканчивать, потому что мне надо уже убегать. Вот, всем большое спасибо за обзорчик. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно, и всех причастных с наступающим 1 сентября. Сил вам. Да и мне тоже, потому что я поступил на магистратуру, дорогие друзья, кто не знал. Вот. Сил всем нам, терпения и успехов в учебе. Вот. Всем большое спасибо и пока-пока.